Угасило. Все вот такое, мне не туда, да? О, энергетик. Жигу кто спиздил, блядь. А это не ты, блядь? А это не ты? Топливо закончилось? Ну почти. Я его видел в этом, где мы были, но я его не взял. Это не актуально. Да, мы туда вряд ли вернемся. Ебать, там, блядь, спасательный шар, это что такое? Где? Вот подожди, где? Вот мне просто интересно, я просто такое не видел, заебал. Все уже сказали про этот спасательный шар, блядь. Сейчас поднимусь, да, вернись. Нихуя себе. Но он нужен, может, чтобы спасать. Выжить надо. Выжить с ним надо или использовать? Нахуя? Не знаю. Здесь нельзя развернуть спасательный шар. Чё он даёт? Чё он даёт? Я не понимаю. Эвакуация просто на самолёте. А, из зоны типа? Ну я хуй знаю, как это работает. Давай заюзаем по приколу. Давай. Использование вот. А мне можно как-то присоединиться? Не знаю. Да, прикрепляйся. Ты можешь тут F нажать? У меня Е красный. А у меня тоже. Идет развертывание. Спасательный самолет уже пришел. Не знаю, о, зачем. Слушай. О, вот. О, Е прикрепить. А, я прикрепился. Все, ждем самолет, короче. Нихуя прикольно. Если далеко отойти, кстати, оторвется трос. Вот. Ну, так не отходи, ёпт. Ебать, спасибо нахуй за совет. Десять секунд. Ну вовремя нас, кстати, вытаскивают. Нихуя! Ебать! Так и поры победить. I believe I can fly. Ебать, ты упоротый, послушай меня, блядь. Вот сюда так приедет. Дури. Тупо сварщика идет варить. Край. Чё там? Всё, отцепляй нахуй. Ну, я фиксировал. А куда мы летим? А, понял. Да, забавно. Да, понятно. Блядь. Эти соки. Это как ты в КС пытаешься очки зарабатывать. Мою мать, этот камень сейчас... Мы даже на колесах не поясни. Блять, в третьем жилете такие большие карманы, что там помещается целое очко. Я только хотел сказать. Что там большая аптечка помещается в карман. У тебя нет очка? Есть. Рюкзачка. Актуальная, кстати. Интересно, куда в нее входить. Ну не там же, Саша, не там же сидят, блядь. Надо. Ну точно, ла-ла-ла. Я сейчас. Ты в курсе, что нас могут зарашить, блядь? Я понимаю, я просто понимаю, что мы ничего сейчас не сделаем, блядь, в итоге. Хотя, блядь, я тут так опасно встал.
ты знаешь, это как эти телевизоры, блядь, которые внимание привлекают. Да, что-то мерцает, мерцает, блядь. Только ты, в отличие от телевизора, умрёшь. Блять, может этот циферный чел выйдет оттуда и сдохнет, блять, там, там челик на меня, сука, смотрит. Нихуя, ты ему хоть что-то оторвал. Что ты сам охуел, блядь? Стенки говнище летит. Это Вьетнам, я только высадился уже с двух сторон, 9-й левел убил. Опять склад из 4 уёбков. Нихуя тебя разыгнали. О, повезло, повезло. Перезарядил себя. А, понял. Да нечем, блядь. Ну все, сейчас вас выебут. Я на реакцию чёрт поймал. Нихуя, он на тебя зол. Ты его тиммейта прошептал. Ты думал, говнари. Ну, в принципе, я не рассчитывал даже одного убить. Ты видел, у меня было 30 патронов всего. Повезло, повезло. Не понял. Могли бы интерфейс вообще мне сделать, как бы? Хило, там народу до хера все, слышишь? Давай быстрее. Давить говно. Вот обрати внимание, слышишь, там видишь челик? Угу. Надо их задавить. Десант. Они разбегаются в разные стороны. Я чую страх. Он к себе пытается. Себе, ты видел, он руками отпиздил, блин. Понимаю. Я вот за, блядь, ним бегу. Ты ж по чиникам хер попадешь, ты понимаешь? Да. Я за челом бегу. Сука, пизда не его чем. Пизду я, короче, в здание. А? Этот чел, блядь, сатана. Нихуя себе план. Блять, это сука. Просто. Блять, просто. Забей, тебя сейчас приедут и выйдут. Нихуя, я сегодня почти убил. Угу. Что, блять? Нагасились? Дави, блядь, говно. Сейчас еще оружие подниму, блять. Блять, слушай, это было очень потно, блять. Я заметил. Это что такое? Это аирдроп, что ли? Что мне его скинуть? Если он тебе кинет... Или он еще вообще его не кинет? Он сейчас его в зону отвезет. А в чем смысл вообще? А, вон он. Охренеть, он как говно упал просто. Оно падает, так и там тон 20, ты видел этот ящик? Он его почти за зоной скинул, придурок. А может быть и за зоной? А, слушай, за зоной смотри. За зону, смотри. Что, что это? Открытый аирдроп. Ни хрена себе. Рюкзак. Че? Винтовка МК-14. Слушай, я возьму, мне не жалко, я возьму винтовку МК-14.
Не повезло, ты не в зоне, кстати. Ну, К-14, что ли? Да. Кайф. Короче, тут стоят аэропланы, но тут нет топлива нигде. Ну там, слышишь, уже гасит. Ну пофиг, поехали в гасе, а? Уверен? Ой, ну фиг. А. Хрена себе. Да что сейчас было? Сзади, сзади, сзади. Хорош. Одна помощь. Еще есть чай. Он бежит. Где? А, хрена себе, он со спины. Не такая сейчас камера обойдула была. Как всегда, все крисят. О, Вектор. А, это у тебя. Ты чё, и куда челик пропал? Он тупо крысил за стенкой и исчез. Бывает. Да я говорю, кончу мне карту. Уже со снайперки у меня гасят. Не, ну так вообще ни хрена не интересно, абсолютно. Челик тупо исчез. Будем обрабатывать. Там у меня двоих, там два челика. Да. Один на крыше. Да, на крыше. Ну далековато, мне кажется. Далековато, в 2х я вообще плохо вижу. Три челика. Четыре челика, еще внизу пробежал один. Похуй. Это склад. Пойдем отсюда. Не, не хочу. Пусть даже если они и боты, блядь, то мне все равно похуй. Ну есть вероятность, что это боты, но похуй, реально. Но они там как-то странно прыгали, поэтому я не хочу. Ну слушай, я пока вот, честно говоря, не вижу. Падает. Мне в сковородку попали два раза только. Хуёво. Ну виляй как-нибудь. Да я стараюсь. На 290 airdrop, если что, падает. Он упал. Далеко? Просто в такой молочный туман, что я ничего не вижу. Не, я не видел, когда это. Возможно, они за нами погонятся. Не факт, что это боты, хотя слишком легко он меня обнаружил. Я думаю, это челики. Мне кажется, сейчас ботов вообще нет. Они едут. Сева, они едут. Похуй, забегай удобно, если можешь. Они меня обнаружили. Мне два хедшота оторвали. Yeah. Они тебя рашат, короче, два. Да, да, да. 57-й. Ну, у тебя тоже 2х, блядь, с 2х, ты, конечно, да, тоже. Да, 2х это хуйня. Далеко не взлетишь. Жигули едет. Получится, блядь. Склад челиков приехал на жиге, Сева такой, знаешь, типа... Пиздить жигу! Надо ж хоть как-то подосрать, да? Ну, так, блядь, они убили моего тиммейта. Надо же что-то у них забрать. Ой, блядь. Правей. Правей.
Он по мне гасит, но я его не вижу. Он там же где-то опять высунулся. Все. Убил? Да. А кто выстрелил? Еще что-то гасит. Или это выстрел так долго долетал? Ну, звук. Нам, кстати, валить надо. Ты все-таки по статистике видишь лучше, чем я. Да не, пожалуйста. Или это как-то через раз работает? Через раз. Потому что я сейчас шаблон сломал. Я даже не видел тех типов, которые в меня уже гасили. Поближе подойдем. Меня сзади убить. У будки. Дядь, попробуй через буду переползти. Ты его гранаты убил? Да, я кинул гранату давно еще. Ты успеешь меня поднять. Фух, блядь. Вот это жестко было сейчас. Ну, пулемет ты видел, что, блядь, сделал вообще? Я прям зарашивал с ним. Кстати, возможно, я вижу типа. Не точно, но вероятно. На тридцатнике. Далеко. Похоже на траву какую-то, блядь. У нас челики на 155. Челики в очке остались, кстати. Вероятно, что они за зоной будут. И типа осталось. Сто пятнадцать. Угу. Так как вот он уже в зоне, а? Давало безумно. Чётенько. Челик за тачкой. Где? Вот у меня. Убил одного. Убил гранаты. Красота. Последнего. Подрывник мастер достижения. Кайф. Я Саука даже ни разу не выстрелил. В итоге. Вот это красиво, да, это охеренно. Хорошая игра. За одну игру, да? Лучшее оружие Гренки. Ебать народу, дядь. Есть подозрение, что мне пизда. По-моему, двое из них зашли в мою хату. Блядь, я буду пытаться жить как могу. Я, короче, сейчас затаргетировал челика. И сейчас конкретно его пытаюсь разъебать. Не поминайте лихви с лайхом. Челик до сих пор, сука, на парашюте, блядь. Да ты гасишь? Да. Это я тебе отвечаю? Нет, это не ко мне. А да? Вот это ко мне. Дядь, живи, я... Я живу, мне похуй. Ты просто слышал, кто тут под домом стоит. Они, наверное, охуели, что какой-то психопат, блядь, сам на тебя не крикнул. Ёбаный рот! Там два челика внизу тупо стоят и меня ждут. Тебе помочь? Ну, если только аккуратно очень. Я спугнул. Одного нокнул.
Хорош. Блядь, дядь, ты жесткий. У меня патроны кончились. О, класс. Заходи, заходи сюда, здесь все есть. И даже в неоднократном размере. Тут ничего нет, Саш, я залутал. Это. Везде больше ничего нет? Да, да. Мне нужны пятерки сейчас, на данный момент. Вот, блядь, три штучки. Потому что 36 живых уже. Ну, ты всех разъебал вначале. Да я всего 4 типчика. Там челик еще, блин, парашют раскрыть не успели. Сева такой Я их задетектил сразу, типа, где они. Да ебаный рот. Не удивляйся, что я удивляюсь каждому обвесу так. Я не удивляюсь, что ты удивляешься. У меня он. У меня места нет. Не удивляйся, что я не удивляюсь, что ты не удивляешься. Блин, а нахера мне под косяк 200 патронов? Скажи мне. Как-то я слишком оптимистично себя оцениваю. Перспективы достаточно непрозрачные, да? Там где-то что-то на самом деле. А ты пешком идешь? Да, а ты едешь? Нет. О, это что, зима? Укусили. Набор. А там кто-то с мильника херачит, прям ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду вот так. Я не вижу откуда. На этой карте не пофиксили, что здесь слышимость ебанутая. Ты что, на машине едешь? Нихуя себе. Эффектно. Есть какой-то план? Я его придерживаюсь. Побежал такой вообще в обратную с умным видом, блядь. Ладно, сосательный шар я выкину к чертовой матери, он слишком много места занимает. Тебя надули. Просто бесполезное говно пол игры с собой таскаю, блядь, для того, чтобы в конце он просто сдох. А, это мы так далеко уползли в бок? Ты, блядь, шагал такими короткими семимильными шагами, блядь. Шаг сделал, телепортировался, шаг сделал, телепортировался, ты, блядь. Ты футовыми контейнерами, блядь. У меня даже слеза потекла. Водопроводчика звать надо. Водопровайдера? Который воду проводит. Блять. Блять, у меня патроны не стакаются. Скибал. Я выбрасываю и подбираю. Я так же только что сделал. Причем, когда ты сказал выбрасываю, я их передвинул, чтобы выбросить. Когда ты сказал подбираю, я их передвигал уже, чтобы подобрать. Ну ладно, ты мне доставишь. Пиздолируешь. О, красочка. Мне кажется, надо спиздить УАЗ, пока его кто-то другой не спиздил. Пиздец здесь говна, короче, друг в друге. Потому что ебать далеко, реально было. У него ничего не было. У него были красные штаны, да. И красные
Майк, да? Прицел. Ищу. А я жопу убрать буду. А у меня уже есть. Тебе вот такого хуйня нужна? Ну такое что? Очень нужна. Блять, мне такое не ставится. Ну, пусть будет. Пока. В смысле, эта хуйня, по-моему, на все ставится. Кроме пистолета. Так у меня была уебищная херня, ухудшенная рукоятка. Она не ставится. Ухудшенная рукоятка. Ну, настолько уебищная. Суть обвеса в памке, да? Она, знаешь, ухудшает разброс. Уменьшает дистанцию прицельного выстрела. Да, дядь, давай только не помри. Я вырубил. Я вовремя вышел. Бля, да ему одного тапа не хватало, чтобы сдохнуть. Да. Нихуя нет? Нихуя нет вообще. Очки супер пидорас. Ты так супер пидорас засдох? Компенс на автомат нужен? Нужен. А, не, нахер он мне вообще. Сюда зима едет. Он хер здесь. Я одного ногу. Заходи сюда, добивай чела и меня хесай. Убей, убей. Быстро, быстро. С двух сторон будут обходить. Выбегаем из дома сразу. Пососи дулу. Смотри, он уже здесь. Ах, блядь. Как он меня увидел-то? Сука, третье лицо, ненавижу за это. Он здесь за окном. Хера хедшот, блин. Саша, Саша СП, блядь. Я Саша СП, да, я все, я спать. Блядь, что-то залупились-то. Ну, с другой стороны, мы у них одного типа забрали, ты забрал. Не, ну они охуели уже на тачке, блядь, заезжать к типам. Скажи. Ты знаешь, такие еще вчетвером такие веселенькие, блядь. А ты, типа, вынес чувака, который сидел в тачке? Да. Челик сидел в тачке, я его нокнул, но это был не водитель, короче. А они что, типа, прям через твою хату проехали? Да. У меня хата дырявая с двух сторон была, они с него проехали, я нокнул, типа, это был 500-й, кстати, Саша. А приколись, я бы пришел секунды на три раньше. Типа, я захожу, блядь, в эту, а у меня машина отсюда едет. А я стоял за коробками просто. Слева. Нокнул одного, там второй в двери. Сотый. Меня убил сотый.
У меня 500. У меня была одна хпшка. Берите этого лысого отсюда. Он такой стоковый, что мне даже на него больно смотреть. Реально. Мяя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